стало известно о третьей жертве маньяка из мяса. Мужчина признался уже в серии жутких расправ. Во всех случаях он действовал по одному сценарию. Как установили следователи, 30-летний житель города Мяса убивал бездомных. Он знакомился с ними на улице, а затем предлагал выпить. Бродяги не отказывались, но то, что вечеринка закончится их собственной казнью, и не представляли. Когда жертва уже была пьяна, мужчина доставал заранее приготовленную кувалду и пробивал голову, а от тел избавлялся. О маньяке стало известно, когда нашли труп 55-летнего бездомного, а позже задержали подозреваемого. На допросе он сознался еще в двух расправах. Сейчас маньяк под стражей, впереди у него психолого-психиатрическая экспертиза.